Доброе-доброе утро, ребята. Вышли мы на прогулочку с Барнюшечкой. Погода жаркая-жаркая еще утро. А уже солнце светит. Дождика так и не было у нас. Так вот все горит. Все. В общем, такие вот дела. А вон девочка. Халё, это ты так разорвала бумажку. Халё, девочка. Выросла какая большая. Посмотрите. Какая крупная. Барнюшка с ней такой малюсенький уже кажется. Она огромная выросла. Ой, девчонка, как ты разорвала бумагу-то. Да, скажи, намусорила. Яблок сколько валяется во дворе. Да, крупная девочка получилась. А была маленькая такая, бегала. Но я сразу сказала, что она будет такая не маленькая. Крупненькая, щеночком была. А сейчас вон какая. Да, красавица. Такая красавица, да? Ты красавица. Ой, красавица. Ну, девочка. Ой, слушайте, она плохо видит. Вон оно что. Иногда вот почему я... У нее один глазик. Иди сюда. У нее это, она плохо видит. Бельмо на глазу. Вон оно что, моя девочка. Один глазик только видит, видать, когда мы проходим, а я ее зову, она плохо видит. Один карий, а другой такой мутный. Надо же, что-то у нее случилось с глазиками. Поэтому она смотрит, смотрит сдалека, понять не может, что, кто ее зовет, что там. Ну ладно, мы пошли гулять, да? Ладно, моя хорошая. Так что такие, ребят, дела. Ладно, жара. Не могу, жара. Ладно. Ладно, всего хорошего тебе. Вон оно что. А она иногда, знаете, сидит, я ее зову. Она так смотрит, смотрит. Я думаю, чего она так? Она не видит. Оказывается, она плохо видит. Один глаз только видит, и то, наверное, плохо. Жалко, жалко девочку. У нас все сохнет. Посмотрите, что творится. Дождей нету. Жара, засуха. Ужас. Я говорю, я такого еще не видела. Растения бедные, все страдают. Так, ну ладно. Тут вроде ничего, зашли прохладненько так. Хорошо. Да. Барнюш, пойдем. Мы во вторник с моей подружкой Олей ходили на праздник вино. Или вина, нужно сказать правильно. Вот я с ней встретилась. Конечно, она снимала. И танцевали, и посидели. Так хорошо. Но вы знаете, я вчера начала видео выставлять, да? Там музыка была немецкая. Ну, хорошая. Мы так вообще хорошо посидели. Говорю, прям натанцевались. Ну, выставляю видео, а мне потом это приходит нарушение авторских прав. Мне пришлось видео закрыть. Прям такое предупреждение. Вы знаете, если у тебя несколько будет предупреждений, по-моему, я точно не знаю сколько. Потом это на канал все, как сказать. Пойдем. В общем, не очень хорошо отражается на канале, и тебе могут и потом на время заблокировать, или страйк придет на, там, допустим, на месяц, на 3 месяца могут закрыть, если у тебя наберется несколько нарушений. Вот. Вот этот шарф уже висит год, кто-то потерял, поэтому это лучше не надо. Я убрала это видео, и теперь вот у меня эти черновики остались, да, дедушка спортсмен. Пойдем, черновики остались, и я думаю, что как-то нужно будет сделать, и, может быть, озвучку сделать. Мы там танцуем, сидим. Ну, конечно, мы там разговаривали, музыка была классная, хорошая. Интересно, есть что посмотреть, послушать. Ну, вот так вот. Не могу, значит, не могу, ничего не сделаешь. Да, Барнюшка? Нельзя, значит, нельзя.
Вот, вот, и кекать садимся. Так что вот так вот. Сейчас не знаю, куда нам так пойти. Там так зелено, красиво. Немножко так прогуляться, потом вернуться. Давайте немножко прогуляемся. Ну, тут водичка где-то льется. В общем, такие вот дела. Жалко, конечно, я время столько потратила. Сидела вчера, сделала, считай, получается, 4 видео. Это одно мне зарубили, да? Ну, ладно. Я уже всегда говорила, что многие мне говорят, вот музыку, почему вы не хотите ставить музыку. Вот когда я была в Zara, тоже там музыка играла, но я поставила тоже на свой страх и риск. Но как бы мне не пришло, там, не пришло предупреждение, а здесь мне пришло сразу же. Только я выставила видео, мне сразу же прилетело предупреждение. Вот так вот. Поэтому что нарываться, знаете, лучше я сразу убрала и все, не хочу нарываться, с чем мне это надо. Предупреждения эти, да, барни? Потом канал могут закрыть и месяц, или на 3 месяца, такое тоже есть. Не хочу. Вот. Сейчас немножечко туда пройдемся, прогуляемся, потом вернемся. Давно уже здесь не ходили. Да, барни? Здесь, может, еще как-то поливают, выходят, но у нас там уже вообще катастрофа. Все. Ну, что там нашел? Пойдем давай, парнюш. Эти дни у меня как-то, знаете, даже настроения не было, я не знаю. Как-то я 2 дня, считай, видео не делала, как-то, не знаю. Как-то вот руки не лежали. Вот. Это тоже видео делать надо, настроение, и снимать что-то надо, тему нужно. Вот. Да, барнюшка, пойдем, не надо ничего лизать. Ты что такое? С мамой ругать будет. Начинаешь мне тут нализывать. У нас трава прямо вот где-то, да, все в соломе. Раньше такая травка, идешь зелено-зелено. А сейчас ужас. Да, сейчас немножечко еще пройдем и назад завернем. Пойдем. Не надо нюхать здесь ничего. Вообще так красиво здесь. Но здесь поливают все. Тут классно все поливают. Туда дальше лес, вельпарк начинается. Мы не будем далеко проходить. Не, это чужая территория. Пойдем. Не надо нам туда. На чужую территорию нельзя. Вот мы здесь гуляем и все. Сейчас немножечко еще пройдусь. Уж тогда буду заворачивать. Солнце, наверное, светит вам. Я не знаю, видно вам что-нибудь будет? Нет? Ой. Ой, птичка какая. Какая красота, да, здесь? Вот уже все засыхает здесь вот. Тоже, видите, как все позасыхало. Далеко уже не хочу идти. Немножечко так пройтись. Раньше, говорю, идешь так зелено. На той неделе уже начну сборы делать для отпуска. Уже складывать начну, собирать сумку. Вот. Там остается немножко, мы где-то числа, наверное, 9-го. Все, пойдем назад. Там уже лес начинается, видите, вельпарк. Ага, уже начинается. Не хочу туда идти, в лес. Пойдем. Надо будет продумать, что с собой взять. Много-то не надо вещей. А в принципе на машине. На машине-то что? Набросал, да, барнюшка? И поехал. Самое главное, барнюшку не забыть, да? Барнюш, тебя самое главное не забыть, ребенок.
Да, пойдем. Здесь я знаю, курочки гуляют, но что-то никого нет. Наверное, всех курей переели, позарубили. Или жара, просто попрятались. Ну, пойдем. Я вот, знаете, не люблю, когда он начинает что-то тут вынюхивать. Не то, что вынюхивать, вынюхивать-то ладно, а лизать. Вот вылизывает что-то, я не знаю, мне это прямо вообще не нравится. Ага, испугался, да? Трусливый такой. Трусливый мальчик, трусливый. Вообще трусливый мальчик. Да? Ты вообще трусливый мальчик? Это что такое? Боишься всего? Он боится. У тебя где-нибудь что-нибудь не так брякнет или это? Он вздрагивает. А сегодня ночью так плакала. Хотела камеру взять, но у меня ее под рукой не было. Думаю, засниму. Смотрите, как красиво здесь. Думаю, засниму. Плачет, гавкает. Прямо так, знаете, аж что ему там снилось? Прям так он плакал, гавкал. Думаю, ну, блин. Думаю, что такое ему снится? Да, Барнюшка? Что ж тебе снилось-то? Наверное, прошлая жизнь скитальная, как ты там скитался, гулял. Да? Голодненький был, холодненький. Пойдем. В общем, буду сборы делать. Буду думать, что с собой взять. Надо еще перестирать все вещи. Там уже у меня тоже накопилось. Я часто не стираю. Я так коплю вещи. Белое, цветное, темное. Потом уже кучками стираю. Паша там сейчас свои вещи развесил, постирал. Такие рабочие, темные, которые на работе. Все, пойдем, хватит вылизывать. Мне надо тоже сейчас за свои вещи взяться. Потом погладить, потом взять. Чемодана нет, а я хочу, наверное, какую-нибудь такую коробку аккуратненько. У меня корзина такая, все сложить. Потом эту корзинку берешь, все это аккуратненько раскладываешь, и все, я так думаю. Все видно сразу. Чемодан не буду тащить с собой. Паша, не знаю, как хочет. Да, Барнюшка? Все, идем домой. Там гулялись, уже долго гуляем. Здесь еще как-то немножко зелено. А тут тоже травка. Никакой травки нет. Я все говорю, кошкам надо травку порвать. Ну и мы покупаем тоже травку. Ну и с улицы иногда. Раньше такая была прям зелененькая, хорошая. А сейчас даже и рвать-то нечего. Вся такая страшная. Даже, видите, вывески такие стоят, чтобы собачка не подходила, не там не делала свои дела. Ну, правильно, с одной стороны. Не каждый это любит и хочет. Ой, пчела ко мне пчела пристала. Ой, не укуси меня. Так, все, идем. Туда тоже дорога идет в лес, и вильпарк начинается, где животные. Но я тоже не пойду там в гору, видите. Я не хочу в гору идти. Не, Барнюшенька, мы туда не пойдем. Пойдем, мы домой пойдем. Пойдем домой. Уж нагулялись, долго гуляем. Чистенько сейчас убрали все. Листвы так нет особо. Но видите, все желтеет. Все пожелтело, весь забор вот этот зеленый пропадает. Это же, знаете, сколько лет он рос, сколько денег вложено. Вот эти вот живая изгородь, она очень дорогая. Парнюшка польет. Да, молодец. Ой.
зона 30 здесь. Все, Барнюш, пойдем домой. Сегодня 25 августа. Сегодня моему папе было бы, так, по-моему, 86 лет, да, наверное, так. Но он рано умер. Он умер в 56 лет от инфаркта. Неожиданно, спонтанно, так знаете. Да, я этот день всегда вспоминаю. Это день его рождения, 25 августа. Да, столько лет прошло. Я тогда, Ксюша беременная, ходила своей третьей дочкой. Младшей, то есть дочкой, третьей, младшей дочкой. Смотрите, а здесь вот это как снег, да, вот с этих вот сыпется. Снежок, снежок, все засеяно. Такое, как запорошено. Да, столько лет прошло. Вот Ксении сколько получается, 20... Ой, собака, ой, собака, ой, господи, ой, ой, заплясала. Дё-дё-дё. Он какой хороший, добродушный такой. Лабрадор, наверное, да. Я собак вообще не знаю, породы собак. Я знаю, вроде лабрадор, он такой темно-черный, вот как Барнюша с подпалами, да. А этот я не знаю, как это называется. Хорошая собачка. Всегда подходим, она такая нас встречает, радуется. Дай скажи, такая красавица. Такой это мальчик тоже. Ой, дядя. Хорошенький. Ну все, пойдем. Вот моей Ксении 20, получается, 9 лет, да, или 28. Ой, блин, уже, я говорю, сбилась со счету. Ну да, 28, наверное, или 29. И папы уже столько лет нет, потому что беременна ей ходила. Была у меня сколько, 8 месяцев беременности, да, через месяц Ксюша родилась. И папа умер, и мне было очень тяжело, да, вот, знаете, когда беременна, еще и человека теряешь, такого близкого, да, отца. Это ужасно было. Очень тяжело перенесла. Конечно, потом попала в больницу и также и потом родила там, не выходя. Но это было в России. Тяжело было. Постоянно плакала, переживала. Тяжело было, я говорю. Что хотела сказать. Да, возле него я стояла, да, когда он умер. А когда его хоронить пошли, мне сказали, нельзя, меня не пустили. Говорят, лучше не ходите. Да, мне было тяжело, стояла там, плакала вдалеке. Тяжело было. Да, Барнюш, пойдем, пойдем, котик. Там у нас стройка идет уже. Ой, у нас вот эти вот деревья, это кошмар. Все запорошило, все. Прямо как снежок лежит. Ну, что? Осень, осень. Пойдем. Любишь, да, котик? Любишь, да, любишь. Покушал? А что так мало поел? Надо еще поесть. Надо доесть все, чтобы мухи не садились там. То нет-нет, мухи залетают. Особенно, как готовить что-то начинаю. Все, куча мух. Ладно, сегодня даже не знаю, что готовить. Вообще не знаю, что сделать. Хотела в город после обеда, но не знаю, пойду, не пойду. Вот, купила же щетку, да. Я не показывала вам, надо будет назад сдать. Оказывается, у меня точно такая же есть. А я даже забыла, что она у меня есть, купила. Ну, ладно. Я, ребят, еще купила вот такой ящичек, да. Вот, как типа подносика, да. У него там по бокам вот такие вот ручки. Хорошенький ящичек, мне он прям понравился. Такой вот. Я думаю, ну что-нибудь здесь можно так даже и кофе подать. Да и себе даже, да, и вот так вот что-то положить. Тут у меня перчики сохнут здесь. Вот. Да, и так.
кстати, эта тарелка очень нравится. Вот если вот такие вот увижу, еще буду покупать. Она у меня как для хлеба будет. И еще я купила, сейчас вам покажу. Это вот последний раз я была, как раз вот перед тем, как с Олей пойти на праздник вина. Я вот зашла в таки Макси, купила вот такую вот. Да, понравилось, понравилось. Хорошо смотрится. Конечно, она сейчас не сюда, да. Просто я ее так ручка поставила, пускай так стоит. Другое, может, место. Вот это то, что купила. Ну, у меня здесь вот так вот ложки всякие такие для кофе, ножницы. Вот такую я штучку купила. Очень она мне, девочки, понравилась. Я не знаю, правда, для чего она. Смотрите, она какая. Паша говорит, сдай ее обратно. Я говорю, ага, сейчас. Она мне нравится, она не так дорого стоит. Вот цена ее. И вот такая вот здесь, как такая вот, как керамика, да, или как, что это? Плитка такая, да, плиточка, не керамика. Но мне она понравилась. Смотрите, как смотрится. Вот. София, что там кричишь? В общем, хорошенькая штучка. Ну, я пока вот сюда сольку поставила, чесночок. Так, а вообще не знаю, куда ее применить, для чего. Вот понравилось, купила, да. А для чего применить, не знаю, ребят. А штука хорошая. Вот что можно? Ну, кастрюлю, конечно, горячую не поставишь. Не знаю, тут же дерево натуральное. А дерево, кстати, качество хорошее. Вот эту надо сейчас мне салфеточки сюда одеть. Это мне тоже понравилось. Хорошее. Еще цену даже не убрала. Да, пускай стоит так. Тоже штучка хорошая. Что-то я, по-моему, еще купила. Ну, вот купила щетку, надо сдать. Потому что у меня точно такая. Ну, не точно, но есть. Думаю, зачем мне две щетки-то? Так что вот, вот такие у меня покупочки. Это во вторник я купила, были, да? Будешь такую? Оторвала ему вот эту длинненькую. На. Будешь? Так, иди на место на свое. Барни на место. Молодец, вот, молодец. Я не приучаю, чтобы он тут у нас кушал на ковру, не хочу. Пускай на место идет.